Леня заставляет все снимать всю дорогу, а я не успеваю насладиться этой красотой. Скоро подъезжаем к Маске. Вон, когда пальма выросла, видишь? А кто же ее тут посадил? Кто же ее посадил? Оно же дерево. Кто же его посадил? Вот, ущелье какое. Это же мужик, а он дерево. Смотри, как там. Кто же его посадит? Красиво. Вот, Леня снимает. Вот, красотень. Ущелье такое. Красиво как, конечно. Молодец. Бетон. Вид на Мадрид. Так, еще один крутой поворот. Взяли. Вот дерево падает прямо на нас. Тут нет, ты видишь, прямо хочет упасть. Это кактус. Ты его кавалер. Девушку хочет украсть, а это дерево на нас прямо хочет вот упасть. Уже Маску заезжаем. Вот Маска. Наконец-то мы достигли пункта. Только не понимаю, Маска. Почему назвали Маска Маской. Сейчас еще не понял. Но тут музео есть. Вот смотри, музео через 350 метров. Ну, мы там, наверное, пойдем уже туда скоро. А там мы уж точно пойдем. Может, тут где-то... А, тут нельзя. Тут еще место. Смотровая площадка. Не знаю, что тут. Где тут, как тут. Где но город... Город-городище Маска начался. Тенерифовский город Маска. Ну, я так понимаю, вот там еще чуть-чуть 350 метров вниз. И будет вот это место, это где вот мы... Вот уже Маска, вот она. Ты думаешь? Да. Мы так уже, наверное, проехали. Табличка была. Маска началась. Да. И мы проехали эту Маску, проехали? Наверное. Да. Ну ничего, мы еще это все еще Маска. Это все Маска. Еще она не кончилась, потому что таблички не было, что Маску перечеркнули красной линией. Еще видите, не было. Там вниз пошла, это домики пошли да. вниз. Интересно, как они тут вообще там построились? Просто откуда у них тут электричество, откуда у них тут нефть, это бензин, все это откуда? Это все. Тут вот остановимся вот тут вот. Ну, тут нет, смотровая. Это смотровая, да. А в город где? Ну давай остановимся, пройдемся. А если место будет тут еще? Вот именно. Там вот кто-то хочет